Удивительное дело. Зима, на улице мороз. А тут у нас в доме ходят какие-то жуки. Откуда, интересно? Кто-нибудь знает, что это за вид? Февраля. К нам сегодня приехал наш эксперт Сергей Александрович Крылов. Помогает нам поднимать пол. Вот что мы натворили. Жалко эту палку. Она вон здесь-то совсем бумажная. Да, тут у них чехол. А на ней как раз пол держится. Судя по всему, да. Она, скорее всего, таким вот, да, уголочком. Вот. И черный пол. Черный пол здесь. Черный пол ниже держится. А здесь вот. А, этот держится, да? Да. Раньше вырыли. Так откопали две коньячные струи. А еще, говорят, шпионы воду отравили самогоном. А еще топилича хлеб из рыбной чешуи. Вон, а что. Дырка какая. Такое чистое что-то. Дай я подержу. Наше все. Не зря все-таки все дети мира, да? Учатся строить кубики. Это очень пригодится, если кто-то решит вдруг поднимать деревенский дом. Особенно важно уметь складывать пирамидку по порядку. Он уже, видишь, маленький подстроил. Пока я там
Ага. Ходил, тут уже все сделано. Да. Ну ладно. Ну, пригодится. Ну да. Вот у нас там чисто, сухо. Тоже было удобно. Закрытая глиной. Но мне кажется, даже все-таки она без опилков. И их очень мало. Вот так вот. Вот это пол. Пол, а это черный пол. Между ними еще расстояние где-то 12 сантиметров. 10. Он в центре поднимается, Андрей. Как просто вернее все. Аккуратно. Мама. О, что-то оторвалось прям. Спереди не поднимается? Спереди поднимается сильно. Где? Андрей. Вот здесь. Домкрат. Попробуй домкрат. Нет, домкрат-то стоит. Там нормально идет. Как раз по центру. Ой, мама. Да это. О! Да. Видишь? Да, 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 да. Повисло. Все. Сейчас сделаем. Но он поднимается. Он прям вообще ровный стал. Может, хватит? Вы выйдите, посмотрите, Сергей. Да, да. Вот, выйдите, посмотрите. Посмотри, вот сейчас. Да, запас какой-то. Ну, в общем-то, да. Запас-то нужно, чтобы что-то поставить. Это сюда что-то толстое положить. Вообще ровный стал. Шайтан! Шайтан, Сергей Александрович. Так, ну вот это бревно, оно отвалилось. Но оно держится на очень крепкой балке. Так что, Татьяна Валерьевна, не переживайте. Сергей Александрович в безопасности. Ой, коленом ударилась. Вот это да! У нас ровный стал пол. Ну, сейчас он идеально ровный. Да ты чё? Да. Ну вот в этом месте, да? Ну, там где надо. Вот это да! Весь пол чёрный мы нарушили. Всё нарушили, ничего. Сейчас. Вот тут сейчас нормально. Сейчас давай тот край, двери там. Вот этот вот, вот этот край, может быть, на какой-то миллиметр три выше, чем. Вот там подложили вот такую вот досочку.
И она будет нас держать. Когда приедете, сильно не пляшите. Плясать можно будет с передней, там новый пол. Тот край, вот тот край. Это там. Я поняла. Туда иди, смотри, пузырек. Вот, наконец, мы опять разбираем. Очередной проем для карликов. Я открываю проем для великанов. Двери-то были, во, под ту балку. Вчера там один какой-то человек написал: покажи мне коллекцию свою. Мы потом ее на полочку, когда стеллажи из Нахабино привезем, всю коллекцию на полочку поставим. Видишь, подтесано было, да? Началось вторичное использование. Доска, которую мы достали из пола, теперь пойдет в дело. Покажи срез. На 120-летней доске. Андрей прошел. Говорит до свидания и кланяться. Ну, мы пока это все записываем в список. И будем, мы начали потихонечку рассчитываться уже, но только за лето еще рассчитываемся. Ну, потихонечку, я думаю, что мы никуда не планируем уезжать. Потихонечку рассчитаемся за всю нашу помощь, которую нам делают все, кто к этому причастен. Ровный пол, боже мой. И мы разработали стратегию. Все мы можем делать. Дай Бог здоровья Сергею Александровичу. Кадыкчанские. Если кто-то подумал, что это конец, то это не так. Мы выпили чай и пошли на вторую смену, потому что у нас уже осталось мало дров. Вот, слышите? Это Андрей Викторович уже начал пилить дрова. Мы сегодня не просто носим, но еще и пилим. О, вот, вторая смена. Я тебя заждался. Ну, я прости. Уже начал вот акробатическими трюками. А, тебе надо... Пойдем.
держать некому. Вот, прости меня, пожалуйста. Я отправляла ссылку Олега, а потом еще немножко застряла. Практически с колес, да? Только что еще в лес не ходим за дровами. А так вообще тут же нозим, тут же пилим, тут же колем, тут же топим. Продолжение следует.